One Last Dance. Ну, что тут сказать. Танец, он и есть танец, хоть он и последний. Очень красивый сорт. Посадка у меня 20-го года. То есть сейчас 22-й. Три сезона. Третий сезон получается. С одной деленочки у меня уже вот-вот вырос вот такой вот кустик. Набирает он свою красоту. Стала проявляться фактурность листа. Очень в этом году видно уже желкование. Вот такой вот красивый желтый окрас. Листик средней плотности. Так, отойду. Вот так выглядит этот сорт у меня. Знаете, мы когда заказываем деленочки, мы ждем, что придет такое кустище. А нам потом приходит одна деленочка, и мы наблюдаем и ждем, 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 когда эта деленочка превратится вот в такой вот роскошь. Я уже на том этапе, когда некоторые хосты, некоторые сорта у меня становятся просто красотками. One Last Dance.